Здорово, парни, это Шамшурин, всем мира скорейшего. Это история о том, как люди сами себя ограничивают, сами себе не разрешают чего-то, и в самый последний момент, не думая, что а так можно было, они лишаются того результата, который бы им бы хотелось, который для них необходим и нужен. И это не только с женщинами, это может быть вообще в любой жизненной сфере. Итак, значит, смотрите, у нас был тренинг-практика недавно. Скоро будет следующий, и там был такой парень, Артур, высокий, красивый, здоровый, ну, короче, кровь с молоком, да, и когда, как вы знаете, мы приглашаем туда девушек на практику, они дают обратную связь, там можно с ними пообщаться, можно на них что-то отработать, кто-то впервые в жизни приобнял или там потрогал девушку в таких условиях, ну, короче, не суть. Они, когда увидели этого Артура, они сказали: слушай, ты что здесь делаешь? Ты вообще, по-моему, ну, не должен здесь находиться, то есть у тебя вообще все в порядке, ну, ты очень привлекательно выглядишь. Так вот, этот Артур пошел на свидание в субботу, у нас есть задание, когда люди идут на свидание. И все было хорошо, все классно, все гладко, все здорово. Он нам звонит и говорит, что, ребята, все круто, все, вот кинестетика, прикосновение, доверие, сближение, то есть все получается. Но я, говорит, не знаю, как переместиться с девушкой к себе в отель, потому что я никак не могу себе вот разрешить предложить это. То есть я думаю, что многие здесь сейчас себя узнают, потому что это известная тема, когда вроде все просто, вроде все понятно, вроде все отлично, все идет на мази, но ты никак не можешь взять и озвучить это предложение. В итоге что произошло? Он позвонил нам, а это та опция, которая доступна любому участнику тренинга практики. Мы даже специально напоминаем, что, ребята, если что-то не получается, вы нам должны позвонить, тогда мы проведем вас туда к результату. Вот, он позвонил нам, мы сказали ему, что делать, он это все озвучил той девушке, и девушка согласилась пойти к нему в отель. В итоге они пришли к нему в отель, но на этом как бы история только начинается. А, и здесь есть несколько важных моментов, на которых я бы хотел акцентировать твое внимание. Итак, первое, на что я хотел обратить внимание, значит, смотри, он и так все сам знал. Он знал, как сказать, он знал, что надо сделать, как переместиться, но он не мог себе разрешить. Почему он знал? Потому что он смотрел мой канал, он также смотрел теоретическую часть, которую мы выдаем перед тренингом. То есть все вроде бы понятно. И тут как бы есть такой момент, что он просто сомневался в том, что это выгорит. То есть ему хотелось, чтобы прошло все гладко, и чтобы он не услышал отказ. Потому что здесь, если ему откажет девушка, то вся ответственность за это, она как бы прям ляжет на его плечи. То есть он такой подумает: блин, да, мне лично отказали. Когда человек звонит нам, и мы ему говорим, что делать в рамках этого тренинга, то даже если не получится, ему проще это предложить, то есть озвучить этот оффер, это предложение, потому что в таком случае, если что-то не получится и пойдет не так, у него где-то в бессознательном будет ощущение, что, ну, ответственность не на мне, а на этих парнях. То есть это все Шамшурин, там, Тигран, Юра или его коллеги, то есть кто-то из саппортов. Также по той же самой схеме работают подходы в тренинге. То есть когда ты не можешь самостоятельно себя заставить, потому что ты увидел девушку, тебе нужно принять решение, что она тебе нравится, нужно к ней идти. И если там что-то не получится, ты будешь переживать и думать: блин, значит, что-то не получилось, вот ответственность на мне. Хотя ничего страшного нет. А когда же мы говорим: вон, смотри, какая идет, давай ты подойдешь, причем мы выбираем, да, по определенным критериям, то есть которые тебя там улучшат в этом вопросе. Вот. Когда мы выбираем для него, то у него как бы такой в голове процесс случается, что если вдруг что-то пойдет не так, если у меня не получится с этой девушкой, значит, как будет? То есть это же не я ее выбирал, это мне просто вот Шамшурин показал не ту какую-то девушку, то есть это вся ответственность и вина за происходящее, она лежит на нем. Вот. Поэтому это один из моментов, который существует. И по идее, кстати, вот тебе мой совет, по такой же логике, по такому же принципу ты можешь использовать помощь своего друга какого-то. То есть если ты сам не можешь заставить себя выполнять какие-то практики, подходить, попробуй попросить друга привлечь. Но ключевое, что друг должен тоже в этом шарить, он должен разбираться. И он должен уметь дать тебе качественную обратную связь. Если ты не имеешь такого друга, или у тебя как бы он отказывается с тобой идти, ему страшно, ты можешь прийти на практику с 14 по 17 июля, летнюю, еще есть возможность не пропустить это лето, заранее записаться, и там я лично, потому что я также нахожусь в полях вместе с вами, и мои коллеги, мы возьмем на себя эту ответственную миссию по взятию ответственности и по тому, что облегчить тебе какие-то выполнения заданий. Так вот, вернемся к Артуру. Артур пришел домой, ну, в отель, собственно говоря, с этой девушкой. Они пообщались, там выпили вина, они легли спать. Она разделась.
Вот. И он начинал с ней сближаться. То есть попытался с ней сблизиться, девушка очень активно реагировала, но как только он там начал уже, скажем так, сближаться еще больше, полез куда-то в район груди и так далее, она резко сказала: стоп, нет, не надо. В общем, в итоге, если сейчас проматывать всю эту долгую историю, которую он потом нам рассказывал, она как бы сказала нет, и он отморозился, он перестал делать попытки. То есть ему не хватило решительности какой-то. У него было понимание, что делать. Он знал, как делать это пошагово, но он не мог это реализовать, потому что внутри какая-то неведомая сила держала этого большого, здорового, огромного человека и мешала ему получить желаемое. И женщина, которая хотела, чтобы он все сделал, она тоже осталась, скажем так, без близости, без секса и, мягко говоря, этому не обрадовалась. И вся суть в том, что вы сами своим печальным каким-то неэффективным опытом, своим восприятием, с помощью восприятия своих друзей, там, вашего круга общения, с помощью социального программирования, благодаря, в кавычках, да, этому социальному программированию, вы сами, по сути, слишком буквально воспринимаете то, что вам говорят женщины. То есть вы сузили эти рамки восприятия. Вам сказали нет, значит нет. Вам сказали белое, значит белое. Вам сказали черное, значит черное. Все работает с женщинами абсолютно не так. Но так вышло, что сейчас вы продукт вашего предыдущего жизненного опыта и вашего социального программирования и вашего круга общения. Проблема даже не в этом, а в том, что ты можешь все знать, все прекрасно понимать, но в какой-то конкретный момент, ключевой, подчеркиваю, конкретный момент, данный момент, все это упирается в какую-то стену из того, что ты не можешь себе разрешить, не можешь это реализовать. Почему конкретный? Потому что потом, когда уже свидание проходит или любая ситуация с девушкой, этот же Артур, на следующий день он прям четко говорит: я понимаю, что вот здесь я тупанул, вот здесь я не сделал, здесь я себе не разрешил, но в конкретный момент его буквально парализовало. История продолжается. Значит, в следующий день девушка вечером должна была уехать в Белоруссию к своим родителям из Москвы и уже не могла остаться. Как бы. Когда он нам все это рассказал, мы спросили: Артур, а ты предложил ей остаться? Он такой: нет. Мы говорим: почему? Он говорит: слушайте, я реально тупанул. Опять даже не подумал, что можно было это сделать, что можно было себе это разрешить. В итоге мы ему сказали: давай звони, мы как раз пошли в поля, и Тигран попросил его настоятельно сделать этот звонок, порекомендовал, каким образом. Он позвонил, и она согласилась остаться. Он просто прыгал от радости, он обнимал Тиграна, я думал, он его задушит, потому что он такой здоровый. Как бы. И когда мы спросили, а что мешало, он говорит: я не смог, ну как бы, я даже не подумал, что вообще это реально, что это можно было так сделать. То есть я сам не решился на этот шаг. Ему нужно было, чтобы мы, опять же, его на это подтолкнули. Ладно это, но, естественно, что помимо того, чтобы его похвалить и порадоваться за него, мы вставили ему пистон, потому что мы делали ему нагоняй, потому что он сам должен был к этому себя привести, он сам должен был разрешить себе это сделать. Но и на этом история не заканчивается. В течение дня ему все-таки перезвонила эта девушка, сказала: я не могу остаться, потому что моя мама настоятельно просила меня, она настояла, чтобы я приехал. Он опять расстроился, на что мы опять же отреагировали следующим образом. Мы же не можем просто так ситуацию отпустить, ее надо довести до конца. Вот почему, как бы, собственно говоря, то, чему я учу на своих тренингах, почему оно работает в других сферах жизни, потому что это приучает мужчину доделывать до конца то, что он хочет, идти на пролом, пока он не получит результат. А мы сказали: возьми телефон ее мамы у нее и поговори с ней сам. Он вообще охренел, потом мы сказали, что надо сделать, и так и получилось. Он попросил у девушки телефон мамы, позвонил этой маме, обаял ее всячески. И, в общем, суть в том, что потом, когда она, мама, сказала: ну окей, пусть остается, потом приедет, а девушка была в шоке. Она говорит: как так? Я попросила маму, очень просила, уговаривала, она мне не разрешила. То есть, получается, тебе она, мне она отказала, а тебе согласилась. Какой же ты молодец. И в этот момент у этой девушки появилось еще больше симпатии, еще больше расположения к Артуру, к этому мужчине, потому что она подумала: вот это он крутой, да, то есть он взял, договорился, решил вопрос, решил проблему. То есть такие вещи как раз и заинтересовывают девушку в мужчинах. Ну и в итоге, собственно говоря, что произошло, она осталась, и Артур довел начатое до конца. Ну, как бы, секс — это, конечно же, не конец, а это только как бы телепортация в другой уровень отношений. Сейчас они, насколько я знаю, продолжают общаться, и у них все хорошо. Мораль этой истории следующая: то за один день, всего за сутки, у одного конкретного человека несколько раз
поменялось в голове восприятие того, как можно решать вопросы и как, насколько дальше можно зайти. И самое главное осознание того, что он не заходил дальше туда, в направлении своей цели, только потому, что он сам себя в этом вопросе ограничивал. И это всегда важно понимать, помнить, знать об этом. То есть за спрос денег не берут, как говорится. Есть такая замечательная пословица, и она не просто так придумана. И именно поэтому мои тренинги, тренинг-практика в частности, прокачивают твои навыки какой-то социальной динамики, социального движения, движения к твоим целям, потому что мы с помощью женщин привыкаем к тому, что можно идти дальше, чем мы сами себе где-то разрешили. И самое главное – получать позитивный результат. Поэтому с 14 по 17 июля я жду тебя на своем тренинге «Практика», где я лично вместе с моими коллегами буду телепортировать тебя в ту жизнь, где ты себе разрешаешь все, что ты хочешь. Увидимся.